Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться обалденным рецептом рыбных котлет. Всем любителям рыбной продукции обязательно к приготовлению. Такие котлетки получаются реально очень вкусные, необычные и очень сочные. Готовьте вместе со мной, поехали. Сегодня у меня филе хека, это может быть филе судака, щуки, минтая. Можно просто шкурочку снять, а можно вот такими вот движениями просто сдернуть ее, именно мясо со шкурки. Отправляю всю рыбу в миску, добавляю 2 столовые ложки сметаны 20%, 1 яйцо, примерно чайная ложка без горки сухого базилика. Можно также использовать, если нет базилика, петрушка зеленая. Сладкая копченая паприка, 1 чайная ложка. Слегка приперчим свежемолотым перцем. Солим. Хорошенечко это все перемешаем. И добавлю 2 столовые ложки муки. И снова перемешиваем. Сковородку желательно, конечно, брать с антипригарным слоем. Поставили на нагрев. Добавляем чуть-чуть подсолнечного масла. С помощью ложки сразу делаем котлетку. С каждой стороны обжариваем по 2-2,5 минуты. Ну что, друзья, давайте попробуем. Не знаю почему, друзья, но руками намного вкуснее. Вкус, конечно, очень нежный, обалденный, обязательно к приготовлению. Кто готовит вместе со мной, обязательно пишите в комментариях, как вам вообще мои рецепты. Готовьте, комментируйтесь и, конечно же, делитесь с друзьями. Кто не подписался, подписываемся на канал и, конечно же, подписываемся на мой второй канал, где я готовлю соусы, приправы и заправки. Я с вами прощаюсь до следующего видео.